день, дорогие подписчики! К нам приехала коляска фирмы Yoya Plus Pro. Разные расцветочки. Сейчас мы посмотрим с вами на зеленый. Одна особенность этой коляски, которая мне понравилась, это в том, что у нее ткань на некоторых расцветках влагоотталкивающая. Я хочу с вами это сразу проверить, прям изначально. Водичка. Открываем. И поливаем коляску. Смотрите, она вся стекла. Обалденно. Ой, на ноги стекла. Классно. Ну-ка, здесь. Ой, все стекает. Вообще супер, да? Короче, мне она понравилась. Ладно, давайте теперь про колясочку. Козырёчек у вас опускается максимально вниз, чтобы вы видели, что у вас появилось. Вот такие светоотражатели, чтобы в ночное время вас было видно. Здесь у вас идет москитная сетка для лета, для циркуляции воздуха. И сзади идет маленькая москитная сетка, чтобы вы могли подглядывать за своим малышом. Козырёк уменьшается, застегиваем его вот здесь. Сейчас все сделаем. Вот так вот вы можете его застегнуть. Или вы можете спрятать его вовнутрь, чтобы он вам не мешался. Что еще появилось у этой модельки, так это накидка на ножки в цвет коляски. И она крепится немножко по-другому. То есть у вас здесь может оставаться ограничитель между ножек, чтобы малыш не вывалился. И в то же время накидочка прикрепляется. Крепится она здесь, с двух сторон. И также есть еще две липучки вот тут по бокам. Сюда она крепится и вот сюда она у вас. Следующее отличие этой коляски в том, что у вас вот здесь появилась эко-кожа. Если запачкаете, все легко протирается. Бампер открываем с двух сторон. Очень удобно ребенка сажать будет. Ограничитель между ножек есть, чтобы малыш никуда у вас не вывалился. Дальше у вас здесь идет подножка выдвигается, либо задвигается. Внутри у вас пятиточные ремни безопасности, накладки на плечики, также есть межпаховая накладочка. Здесь пластик, чтобы ребенку было удобнее сидеть. Колеса немножко модифицировали, сейчас они стали резиновые. Если раньше они были прорезиновые, сейчас это прям настоящая резина. Снимается, если что, задние колеса, наверное, вы не увидите. Вот здесь вот есть кнопка. В идеале все колеса снимать раз в месяц. Зачем? Пишите в директ, проконсультируйте. Передние колесики у вас вращаются на 360 градусов и фиксируются. Вниз нажимаем, колесо поедет только прямо. Наверх поднимаем, будет крутиться. Снимается, вот здесь вот есть кнопочка. Вода теперь везде, повсюду просто. Дальше, что у вас появилось в этой коляске? Это вот такая дополнительная перекладка. Перегородина. Ладно, ограждение. Короче, дополнительная балка, чтобы ваша коляска не ломалась. Потому что у троек замечено было, ломалась именно вот эта вот фигнюшка. Здесь у вас появилась вот такая вот сетка для продуктов, чтобы они у вас не вываливались. Если что, можете отстегнуть. Ну, в принципе, доступ здесь достаточно простой. Тормоз один. Вот они стоят, наверх катаются. Сзади у вас есть москитная сетка для лета, для циркуляции воздуха. Фиксируется она у вас вот таким образом, полностью можно зафиксировать. Если вам она не нужна, здесь у вас идет кармашек для всяких мелочей. Спинка осталась такой же на затяжках, то есть вы сами регулируете угол наклона спиночки. Что у вас в комплекте? Давайте посмотрим. В комплекте, значит, у вас есть чехол на саму коляску, если вдруг полетите, чтобы легко ее можно было сложить. Инструкция, дождевик, москитная сетка, подстаканник, два вот таких вот крючочка, чтобы вы могли повесить свою сумку, и вот такой вот ремешок на запястье, чтобы ваша коляска никуда не уехала. Ну, и накидка на ножки. Как колясочка собирается? Ну, в принципе, осталось все то же самое. Нажимаем на две кнопочки, раз-два, собираем колясочку, вот она у вас собралась. Ручку вытащили и можете катать ее за собой, как чемоданчик, минимальная, прям компактная-компактная. Еще могу сказать один лайфхак, чтобы вам ее точно взяли на борт самолета, вот этот бампер в идеале снять. Тогда она будет супер маленькая и 100% пройдет как ручная кладь на борт. Если что, переносим саму коляску либо вот здесь, либо вот здесь. Ничего сложного, все легко и просто. Теперь, как мы с вами ее разбираем? Я всем советую с двух сторон просто разъединить сначала, не надо ее резко тягать. Разъединяем и наверх до высоты. Коляска разложилась, готова к эксплуатации. Мы ждем вас за покупками в ваш любимый магазин коляски. Все, не забывайте проходить на наш сайт, оформлять заказки, заказы и оформлять рассрочки. Ждем.